Играй, да не отыгрывайся. Пословица. Пускай слыву я старовером, мне все равно, я даже рад. Пишу Онегина размером, пою, друзья, на старый лад. Прошу послушать эту сказку, ее нежданную развязку одобрите, быть может, вы склонением легким головы. Обычай древний наблюдая, мы благодетельным вином стихи негладкие запьем, и пробегут они, хромая, за мирную своей семьей к реке забвенья на покой. Мне сегодня во сне, ах, приснился улан, он на саблю рукой опирался. За окошком туман, и на сердце туман, и в тумане улан потерялся. Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же право хоть куда. Там есть три улицы прямые, и фонари, и мостовые. Там два трактира есть, один московский, а другой Берлин. Там есть еще четыре будки, при них два будочника есть. По форме отдают вам честь, и смены им два раза в сутки. Короче, славный городок. Но скука, скука, боже правый, гостит и там, как над Невой. Поит воспресную отравой, ласкает черствую рукой. И там есть чопорные франты, неумолимые педанты. И там нет средств от глупцов и музыкальных вечеров. И там есть дамы, просто чудо. Дианы строгие в чепцах, с отказом вечным на устах. При них нельзя подумать худо. В глазах греховные прочтут и вас осудят, проклянут. Вдруг оживился круг дворянский. Губернских дев нельзя узнать. Пришло известие. Полк уланский в Тамбове будет зимовать. Уланы, ах, такие хваты! Полковник, верно, не женатый, а уж бригадный генерал, конечно, даст блестящий бал. У матушек сверкнули взоры. Зато несносные скупцы, неумолимые отцы пришли в раздумье. Сабли, шпоры, беда для крашеных полов. Так волновался весь Тамбов. И вот однажды утром рано, в час лучшей девственного сна, когда сквозь пелену тумана едва проглядывает сна, когда лишь куполы собора роскошно золотит аврора, и тишины известный враг еще безмолвствовал кабак, уланы справа по шести вступили в город. Оружием на солнце сверкая, под звуки лихих трубачей, по улице пыль подымая, проходил полк гусар-усачей. По улице пыль подымая, проходил полк гусар-усачей. А там, чуть подняв занавеску, лишь пара голубеньких глаз смотрели и знали гусары, что тут будет немало проказ. Услышал ласковое ржанье желанных вороных коней, чье сердце полное внимание тут не запрыгало сильней. Забыта жаркая перина, малашка, дура, Катерина. Скорее туфли и платок, да где Иван, какой мешок? Два года ставни отворяют, вот ставни настежь. Целый дом трет стекла тусклые сукном, и любопытно пробегают глаза опухшие девиц, ряды суровых пыльных лиц. Ах, посмотри сюда, кузина, вот этот! Где майор? О, нет, как он хорош! А конь, картина, да жаль он, кажется, корнет. Как ловко смело избочился, поверишь ли, он мне приснился. Я после не могла уснуть. И тут девическая грудь косынку тихо поднимает, и разыгравшейся мечтой слегка темнится взор живой. Но полк прошел, за ним мелькает толпа мальчишек городских, немытых, шумных и босых. Против гостиницы московской притона буйных усачей жил некто господин Бобковский, губернский старый казначей.
Давно был дом его построен, хотя невзрачен, но спокоен. Между двух облупленных колонн держался кое-как балкон, на кровле треснувшие доски зеленым мохом поросли. Зато пред окнами цвели четыре стриженных березки. Взамен гардины пышных стор невинной роскоши убор. Хозяин был старик угрюмый с огромной лысой головой. От юных лет с казенной суммой он жил, как собственной казной, в пучинах сумрачных расчета. Блуждать была ему охота, и потому он был игрок. Его единственный порок. Любил налево и направо он в зимний вечер прометнуть, четвертый куш перечеркнуть, рутеркой понтернуть со славой и талью скверную порой запить цемлянского струей. Он был врагом трудов полезных, трибун тамбовских удальцов, гроза всех матушек уездных и воспитатель их сынков. Его крапленые колоды, не раз невинные доходы с индейк масла и овса вдруг пожирали в полчаса. Губернский врач, судья, исправник, таков его всегдашний круг. Последний был делец и друг, и за столом такой забавник, что казначейша иногда сгорит, бывало, со стыда. Я не поведал вам, читатель, что казначей мой был женат. Благословил его создатель, послав ему в супруге клад. Ее ценил он 1000 воста, хотя держал довольно просто и не выписывал чепцов ей из столичных городов, придав ей таинство науки, как бросить вздох или томный взор, чтоб легче влюбчивый понтер не разглядел проворной штуки. Меж тем догадливый старик с глаз не спускал ее на миг. И впрямь Авдотья Николаевна была прелакомый кусок. Идет, бывало, гордо, плавно, чуть тронет землю башмачок. В Тамбове не запомнят люди такой высокой полной груди. Бела, как сахар, так нежна, что жилка каждая видна. Казалось, для нежной страсти она родилась, а глаза... Ну, что такое бирюза? Что небо? Впрочем, я отчасти поклонник голубых очей и не гожусь в число судей. А этот носик, эти губки, два свежих розовых листка, а перламутровые зубки, а голос сладкий, как мечта. Она картаве говорила. Нечисто «Р» произносила, но этот маленький порок, кто извинить бы мне не мог, любил трепать ее ланиты, разнежа старый казначей. Как жаль, что не было детей у них. Для большей ясности романа здесь объявить мне вам пора, что страстно влюблена в Улана была одна ее сестра. Она, как должно, тайну эту открыла Дуне по секрету. Вам не случалось двух сестер замужних слышать разговор? О чем тут, Боже справедливый, не судят милые уста? О русских нравов простота! Я, право, человек не лживый, а из-за ширмов раза два такие слышал я слова. Итак, тамбовская красотка... Ценить умело уж усы. Что ж, знание ее сгубило. Один улан, повеса милый, я вместе часто с ним бывал, в трактире номер занимал, окно в окно с ее уборной. Он был мужчина в 30 лет, штаб-ротмистр, строен как корнет, взор пылкой, ус довольно черный. Короче, идеал девиц, одной из славных русских лиц. Он все отцовское именье еще корнетом прокутил, с тех пор дарами провидения, как птица Божия он жил.
Он спать лежать привык, не ведать, чем будет завтра пообедать, шатаясь по Руси кругом, то на курьерских, то верхом, то полупьяным ремонтером, то волокитой отпускным. Привык он к случаям таким, что я бы сам почел их вздором, когда бы все его слова хоть тень имели хвостовства. Страстьми земными не смущаем, он не терялся никогда. Бывало, в деле под картечью всех рассмешит надутой речью, гримасой, фарсой площадной или неподдельной остротой. Шутя однажды после спора, всадил он другу пулю в лоб. Шутя и сам он лег бы в гроб или стал душою заговора, порой не злобен, как дитя, был добр, честен, но шутя. Он не был тем, что волокитой у нас привыкли называть. Он не ходил тропой избитой, свой путь умея пролагать, не делал страстных изъяснений, не становился на колени, а, несмотря на то, друзья, счастливее был, чем вы и я. Таков-то был штаб-ротмистр Гарин. По крайней мере, мой портрет был схож тому назад 5 лет. О бедном гусаре замолвите слово. Ваш муж не пускает меня на постой. Но женское сердце нежнее мужского. И верю, что жалитесь вы на мной. Спешила редкость их Тамбова он у трактирщика узнать. Узнал немало он смешного, интриг секретных 6 или 5. Узнал невесты, как богаты, где свахи водятся или сваты. Но занял более всего мысль беспокойную его рассказ о молодой соседке. Бедняжка! Думает Улан. Такой безжизненный болван имеет право в этой клетке тебя стеречь, и я, злодей, не трону с участью твоей. Так ну, поспешно он садится, надев персидское архалук. В устах его едва дымится узорный бисерный чубук, на кудре мягкие надета ярмолка вишневого цвета с каймой и кистью золотой, дар молдаванки молодой. Сидит и смотрит он прилежно. Вот робко, будто бы во мгле, обрисовался на стекле головки милый профиль нежный, вот будто стукнуло окно, вот отворяется оно. Еще безмолвен город сонный, на стеклах брежет утро свет, еще по улице мощеной не раздается стук карет. Что ж казначейшу молодую так рано подняло? Какую назвать причину поверней? Уж не бессонница ль у ней? На ручку опершись головкой, она вздыхает, а в руке чулок. Но дело не в чулке. Заняться этим нам неловко, если правду уж сказать. Ну, кстати ли было б ей вязать? Сначала взор ее прелестный бродил по синим небесам, потом склонился к поднебесной, и вдруг... Какой позор и срам! Напротив у окна трактира сидит мужчина без мундира. Скорей, чтоб ротмистр ваш сюртук! И по делам окошко стук. И скрылось, милое видение. Конечно, добрые друзья, такая грустная статья на вас навеяла б смущение. Но я отдам Улану честь. Он молвил, что ж, начало есть. 2 дня окно не отворялось. Он терпелив. На 3-й день на стеклах снова показалась ее пленительная тень. Тихонько рама заскрипела, она с чулком к окну подсела. Но опытный заметил взгляд ее заботливый наряд. Своей удачей довольный, он встал
и вышел со двора, и не вернулся до утра. Потом, хоть было очень больно, собрав запас душевных сил, 3 дня к окну не подходил. Но эта маленькая ссора имела участь нежных ссор. Меж них завелся очень скоро немой, но внятный разговор. Язык любви, язык чудесный, одной лишь юности известный. Кому, кто раз хоть был любим, не стал ты языком родным? В минуту страстного волнения кому хоть раз ты не помог, близ милых уст, у милых ног? Кого под игом принуждения в толпе завистливой и злой не спас ты юный и живой? Скажу короче, в 2 недели наш Гарин твердо мог узнать, когда она встает с постели, пьет с мужем чай, идет гулять. Отправится ли она к обедне, он в церкви, верно, не последний, к сырой колонне прислонясь, стоит все время не крестясь. Лучом краснеющей лампады его лицо озарено, как мрачно, холодно оно, а испытующие взгляды то вдруг померкнут, то блестят, проникнуть в грудь ее хотят. Давно разрешено сомнение, что любопытен нежный пол. Улан большое впечатление на казначейшу произвел своей странностью. Конечно, не надо было б мысли грешной дорогу в сердце пролагать, ее бояться и ласкать. Жизнь без любви такая скверность. А что, скажите, за предмет для страсти муж, который сед? И с тех пор я грущу, и забыть не хочу, и со мною грустит фортепиано. Я в забытом романсе забвенья ищу, но и он не рассеет тумана. Но время шло, пора к развязке, так говорил любовник мой. Стыкают молча только в сказки, а я не сказочный герой. Раз входит, кланяясь принизко, лакей. Что это? Вот записка. Вам барин кланяться велелся. Сам не приехал, много делся, да приказал вас звать к обеду, а вечерком потанцевать. Он сам изволил так сказать. Ступай, скажи, что я приеду. И в 3 часа, надев кулет, летит штаб-ротмистр на обед. Амфитрион был предводитель. И в день рождения жены порядка ревностный блюститель созвал губернские чины и целый полк. Хотя бригадный заставил ждать себя изрядно и после целый день зевал, но праздник в том не потерял. Он был устроен очень мило. В огромных вазах по столам стояли яблоки для дам, а для мужчин в буфете было еще с утра припасено в больших 3 ящиках вино. Вперед! Под ручку с генеральшей пошел хозяин. Вот за стол уселся от мужчин подальше прекрасный, но стыдливый пол и дружно загремел с балкона средь утешительного звона тарелок, ложек и ножей весь хор уланских трубачей. Обычай древний, но прекрасный. Он возбуждает аппетит, порою, кстати, заглушит между 2 соседей говор страстный, но в наше время решено, что все старинное смешно. Родов, обычаев боярских теперь и следу не ищи. И только на пирах гусарских гремят, как прежде, трубачи. О, скоро ль мне придется снова сидеть среди кружка родного с бокалом влаги золотой при звуках песни полковой?
король ментиков червонных, приветный блеск увижу я в тот серый час, когда заря на строй гусаров полусонной и на бивак их у леска бросает луч из-под тишка. Крамбамбули отцов наследство, любимое питье у нас. И утешительное средство, когда вскрутнется нам подчас. Тогда и день, и ночь, люли, мы будем пить крамбамбули, крамбамбимбамбули, крамбамбули. Ох, черт возьми, крамбамбули, подать сюда крамбамбули, крамбамбимбамбули, крамбамбули. С Авдотьей Николаевной рядом сидел штаб-ротмистр рудовой. Впился в нее упрямым взглядом, крутя усы одной рукой. Он видел, как в ней сердце билось, и тут, не знаю, как случилось, ноги ее или башмачка коснулся шпорой он слегка. Тут начались изъяснения, и завязался разговор. Два комплимента, нежный взор, и уж дошло до изъяснения, да-да, как честный офицер. Но казначейша не пример. Она в ответ на страстный шепот, немой восторг спеша сокрыть, невинной дружбы тяжкий опыт ему решила предложить. Таков обычай деревенской, помучить способ самой женской. Но уж давно известна нам любовь друзей и дружба дам. Вообще я мог в году последнем в девицах наших городских заметить страсть к воздушным бредням и мистицизму. Бойтесь их. Такая мудрая супруга в часы любовного досуга вам вдруг захочет доказать, что 2 и 3 совсем не 5. Или вместо пламенных лобзаний магнетизировать начнет, и счастлив мушка ли заснет. Плоды подобных замечаний, конечно, мог не ведать мир, но польза, польза мой кумир. Я бал описывать не стану, хоть это был блестящий бал. Весь вечер моему улану Амур прилежно помогал. И сердце Дуни покорилось, его сковал могучий взор. Ей дома целую ночь все снилось, брецанье сабли или шпор. Поутру, встав часу в 9, садится в шлафоре измятом, она за вечную канву. Все тот же сон и наяву. По службе занят муж ревнивый, она одна, разгул мечтам. Вот дверью стукнули, кто там? Андрюшка, ах, тюлень ленивый. Вот чей-то шаг, и перед ней явился только не Андрей. Вы отгадаете, конечно, кто этот гость нежданный был. Немного, может быть, поспешно. Любовник смелый поступил, но, впрочем, взявши в рассмотрение его минувшее терпение и рассудив, легко поймешь, зачем рискует молодежь. Я в доме у вас не нарушу покоя, скромнее меня не найти исполка. Но если свободен ваш дом от постоя, то нет ли хоть в сердце у вас уголка? Кивнув легонько головою, он к Дуне молча подошел и на лицо ее навел взор, отуманенный тоскою. Потом стал длинный ус крутить, вздохнул и начал говорить. Я вижу, вы меня не ждали, прочесть легко из ваших глаз. О, вы еще не испытали, что в страсти значит день, что час. Среди сердечного волнения нет сил, нет власти, нет терпения. Я здесь, на все решился я, тебе я предан, ты моя.
ни мелочные толки света, ничто, ничто не страшно мне, презренье светской болтовне, или я умру от пистолета. О, не пугайся, не дрожи, ведь я любим. Скажи, скажи! И взор его притворно скромный, склоняясь к ней, то угасал, то, разгораясь страстью томной, огнем пылающим сверкал. Бледна, в смущении оставалась она пред ним. Ему казалось, что через минуту для него любви наступит торжество, как вдруг внезапный и невольный стыд овладел ее душой. И, вспыхнув вся, она рукой толкнула прочь его: «Довольно! Молчите! Слышать не хочу! Оставите ли я закричу!» Он смотрит. Это не притворство, не шутки, как ни говори, а просто женское упорство. Капризы, черт их побери. И вот, о верх всех унижений, штаб ротмистр преклонил колени и молит жалобно, как вдруг дверь настежь, и в дверях супруг. Красотка, ах! Они взглянули друг другу сумрачно в глаза, но тихо разнеслась гроза, и Гарин вышел. Дома пули и пистолеты снарядил, присел и трубку закурил. И через час ему приносит записку грязную лакей. Что это, чудо? Нынче просит к себе на вистик казначей. Он именинник, будут гости. От удивления и злости чуть не задохся наш герой. Уж не обман ли тут какой? Весь день проводит он в волнении. Настал и вечер, наконец. Глядит в окно, каков хитрец. Дом полон, что за освещение? А все засунуть или нет? В карман на случай пистолет. Он входит в дом. Его встречает она сама, потупив взор. Вздох полновесный прерывает едва начатый разговор. О сцене утренней ни слова, они друг другу чужды снова. Он о погоде говорит, она даст нец и замолчит. Измучен тайною досадой, идет он дальше в кабинет. Но здесь спешить нам нужды нет, притом спешить нигде не надо. Итак, позвольте отдохнуть. А там докончим как-нибудь. Жить спешил в былые годы, искал волнений и тревог. Законы мудрые природы я безрассудно пренебрег. Что ж вышло? Право смеха жалость сковала душу мне усталость, а сожаление день и ночь твердит о прошлом. Чем помочь? Назад не возвратят усилия. Так в клетке молодой орел, глядя на горы и на дол, напрасно не подъемлет крылья, кровавой пищи не клюет, сидит, молчит и смерти ждет. Уже ли исчез ты, возраст милый, когда все сердцу говорит, и бьется сердце с дивной силой, и мысль восторгами кипит? Не все ж томится бесполезно орлу за клеткою железной. Он свой воздушный прежний путь еще найдет когда-нибудь. Туда, где снегом и туманом покрыты темные скалы, где гнезда вьют одни орлы, где тучи бродят караваном, там можно крылья развернуть на вольный и роскошный путь. Но есть всему конец на свете, и даже выспренним мечтам. Ну, к делу. Гарин в кабинете. О, чудеса! Хозяин сам его встречает с восхищением, сажает, почует вареньем
несет шампанского стакан. Иуда мыслит мой улан. Толпа гостей теснилась шумно вокруг зеленого стола. Игра уж дельная была, и банк, притом благоразумный, его держал сам казначей для облегчения друзей. И так как господин Бобковский великим делом занят сам, то здесь блестящий круг Тамбовский. Позвольте мне представить вам, во-первых, господин советник, блюститель нравов, мирный сплетник. А вот уездный предводитель, весь спрятан в галстук, фрак до пят, дискант, усы и мутный взгляд. А вот спокойствие рачитель, сидит и сам исправник, но... Об нем уж я сказал давно. Вот в полуфрачке раздушенный времен новейших Митрофан, не тесанный, не доученный, а уж безнравственный болван. Доверие полное имея, куму и знанию казначея, он понтирует, как велят, и этой чести очень рад. Еще тут были... Но довольно, читатель милый, будет с вас. И так несвязный мой рассказ, перу покорствуя невольно и своенравию чернил, бог знает, чем я испестрил. Пошла игра. Один бледнее рвал карты, вскрикивал, другой, поверить проигрыш не смея, сидел с поникшей головой, иные при удачной талии стаканы шумно наливали и чокались, но банкомет был нем и мрачен. Хладный пот по гладкой лысине струился. Он все проигрывал дотла. В ушах его дана взяла, так и звучали. Он взбесился и проиграл свой старый дом и все, что в нем или при нем. Он проиграл коляску, дрожки, трех лошадей, два хомута, всю мебель, Женины сережки. Короче, все, все до чиста. Отчаяния и злости полной сидел он бледный и безмолвный. Уж было за полночь. Треща, одна погасла уж свеча. Свет утра синевато-бледный вдоль по туманным небесам скользил. Уж многим игрокам сон прогулять казалось вредно. Как вдруг, очнувшись казначей, внимание просит у гостей и просит важно позволение лишь талью прометнуть одну, но с тем, чтобы отыграть именье или проиграть уж и жену. О, страх, о, ужас, о, злодейство! И когда ныне казначейство еще терпеть его могло, всех будто варом обожгло. Улан один прикладнокровно к нему подходит. Очень рад, он говорит. Пускай шумят, мы дело кончим полюбовно, но только чур не плутовать, иначе вам не сдобровать. Теперь кружок понтеров праздных вообразить прошу я вас. Цвета их лиц разнообразных, блистание их очков и глаз, потом усатого героя, который понтирует стоя, против него меж двух свечей огромный лоб, седых кудрей, покрытый редкими клочками, улыбкой вытянутый рот и две руки с колодой. Вот и вся картина перед вами, когда прибавим в уголке жену на креслах вдалеке. Что в ней тогда происходило, я не берусь вам объяснить. Ее лицо изобразило так много мук, что, может быть, когда бы вы их отгадали, вы поневоле б зарыдали. Но пусть участие и слеза не отуманит вам глаза. Смешно участие в человеке, который жил и знает свет. Рассказы вымышленных бед в чувствительном прошедшем веке немало проливали слез. Кто ж в этом выиграл? Вопрос. Недолго битва продолжалась. Улан отчаянно играл, над стариком судьба смеялась, и жребий выпал. Час настал. Тогда Авдотья Николаевна, став с кресел медленно и плавно, к столу в молчании подошла, но только цвет ее чела был страшно бледен.
Обомлела толпа. Все ждут чего-нибудь, упреков, жалоб, слез. Ничуть. Она на мужа посмотрела и бросила ему в лицо свое венчальное кольцо. И в обморок. Ее в охапку схватив, с добычей дорогой, забыв расчеты, саблю, шапку, улан отправился домой. Поутру вестью забавной смущен был город благонравный. Неделю целую спустя, кто очень важно, кто шутя, об этом все распространялись. Старик защитников нашел, улана проклял милый пол. За что? Мы, право, не дознались, не зависть ли, но нет, нет, нет. Ох, я не выношу клевет. И вот конец печальный были, или сказки, выражусь прямее. Признайтесь, вы меня бронили, вы ждали действий и страстей, повсюду нынче ищут драмы, все жаждут крови, даже дамы. А я, как робкий ученик, остановился в лучший миг, простым нервическим припадком неловко сцену заключил, соперников не помирил и не поссорил их порядком. Что ж делать? Вот вам мой рассказ. Друзья, покамест...